الكلمة عن فضل العلم، قال الإمام أحمد أن طلب العلم لا يعدل شيء من العبادات، يعني النوافل، يعني بعد ما أدى الفرائض. الإمام أحمد رحمه الله говорит. لمن صلحت أو خلصت نيته. Что нет ничего, говорит, лучшего, нет никакого лучшего поклонения во всех желательных видах поклонений, как требование знания для того, чье намерение правильно. Ученые являются наследниками пророков. За них прощение ангелов просят. Однако не в этом проблема. Некоторые думают, что он требующий знания, на самом деле он вообще не требующий знания. Где требуют знания? WhatsApp, WhatsApp, Facebook, Facebook, Google, Google. Это не требующее знание. ممكن يا أخي إذا ما وجد شيء يدخل، لكن أين حلقات معهد مدرسة عن بعد. أما يدخل حالات WhatsApp، فهمت الشيخ، يتفرج ويلعب ويشاهد ما حب، لا هذا مو طلب علم. Да, может быть, если он далеко от ученых и так далее, находит где-то записи ученых и так далее. А тот, кто просто заходит там словечко, тут словечко, это не требующее знание. Вот сапи в статусе и так далее. نعم في في بعض ال يا أخي في بعض المواقع يعني فيها دراسة. نحن عندنا معهد عن بعد. Да, есть, например, некоторые сайты, допустим, вот у нас есть медресе онлайн. لكن أما يفتح الجوال وينظر في حالات الوجه يظن إنه طالب علم بهذا. А если просто смотрит статус и думает, что он требующий знаний, надо мы охотить талиб ильм, а это не требующий знаний. Талиб ильм يقول انه يكون على ما يكون عليه طالب المدرسه ايام الاختبارات. هذا طالب العلم. يعني حتى هو نايم يراجع ويختبر. Требующий знания это тот, кто требует знания так, как будто у него завтра будет экзамен. Вот как во время экзаменов ты готовишься, вот если всю жизнь ты так изучаешь знания, тогда требующий знания. ويستغفر. И просит у Аллаха прощения. يستعين بالله. Прибегает Всевышнему Аллаху. أهم شيء عندنا واتقوا الله ويعلمكم الله. Как сказал Всевышний Аллах, бойтесь Аллаха, и Аллах вас научит. ابن الجوزي عفى الله عنه وعنه. كتب رسالة لابنه يوصيه فيها بطلب العلم وأطال، تعرف هو يطيل، ونهاية الرسالة قال ألخص لك هذه الرسالة الطويلة في كلمتين واتقوا الله ويعلمكم الله. ابن الجوزي написал своему сыну очень длинное послание с завещанием требовать знания и сказал в конце, я тебе в двух словах все это еще расскажу, бойся Аллаха и Аллах тебя научит.